QR-код – гроза всех недобросовестных предпринимателей или как защитить права потребителей. Теперь подать жалобу на заведения и магазины будет намного легче. Посредством размещенных смарт-кодов в каждом заведении оставить отзыв можно будет онлайн. QR-код – это паспорт и лицо каждого предприятия и предпринимателя. Теперь всю нужную информацию всего за несколько секунд можно будет получить, отсканировав картинку. Данные меры были предприняты Департаментом государственных доходов для усиления контроля обществом исполнения обязательств субъектов бизнеса, а также для защиты прав потребителей. Стоит отметить, что содержащий сведения паспорт не является налоговой тайной и не освещает конфиденциальную информацию. QR-код можно сформировать на сайте Комитета государственных доходов. Данная услуга является бесплатной. Предприниматели могут самостоятельно ее загрузить и разместить в общедоступном месте рядом с контрольно-кассовой машиной. Данный проект стартовал с 1 марта текущего года. За это время по области свои паспорта получили 22 тысячи владельцев бизнеса. Еще 23 тысячи человек будут регистрироваться и подавать заявки для получения специального штрих-кода. Это поможет оперативно выявлять факты нарушения, такие как невыдача фискального чека или отказ в принятии оплаты картой. Реализовываться проект будет вплоть до 2023 года. Поэтому у частных предпринимателей есть возможность и время получить паспорта до установленного срока. Амирова Гульдана, Мадина Берик, Зажасулан Шенгенджи, телеканал ШТСУ.